Лицо уже. Он такая злая, да, такая? Видишь, Сонь, а что ты не ест, он не голодный, да? А что голодный-то, он кормит? Под опекой кого? Как игрушка? Покупается игрушка, Все берите. Мы вечером гулять не пойдем. Витя, тигры! Бедные зайки. Он и с нами бы хотел поиграть. Сами, он просто как будто есть это что? Красавчик. Он с нами хотел играть. Уши могу взять. Уши открыть. Он не хочет. Все, ушей нет. Ничего себе. Сейчас и головы не будет. У него а у меня кошка примерно, знаешь, так же. Вот. Ты не знаешь, что кошка хитрый делает? У меня было в этом, размораживали холодильник. То есть кусок ветчины, точнее мясо, да, карбонат, убрали в эту кастрюлю и закрыли. Она такая мелкая была, она, знаешь, она при этой крышку, грубо говоря, набегала, вышла и набегала обратно. Ну что-то типа. Потому что... Наверное, то, что тут что-то включено. Ну, он тихий, чтобы она порвала. Съел уже. Не знаю. Интересно же, может, все-таки это все потеряет. Отрывает. Он прям шерсть все съест? Нет, лишь А, ну потом же откорнет, наверное, то же самое. Слабонервно не смотреть. Ладно, сейчас успокоим. Хотя бы уже оторвать. Я ему просто не удобно. Слушай, он туда бегал, у него глаза там. Он туда аж прыгнул, да. Подался. Не мешали. Видишь, мы срубили, как он перегрузка. Китикет, да, большой? Ага, представляешь, там еще корм туда насыпали. Кошнет, что там будет? Красивый. Я про тигры. Ну, он вытрушенный. Не жилье. Ну, знаешь, я тоже что-то ездил. Чтобы он их не разбрасывал. Не знаю. Не трат, я это был уже Ну, съел все. А тигров не так много. Лапочка вот здесь. Это же как бы не каждый день увидишь такое. Ну и так далее. Я это заснял. Ну, как бы все, что по кольцу снял. Грязного. Ты это снимешь, а я потом чат начинала. У меня уже как бы все уходят, я бы не хотела. Хватит зайти.